Сезон рождественских праздников для жителей французского городка Люсерам – это время творческой фантазии. Уже много лет они делают рождественские вертепы, украшая всю деревушку. В этом году здесь можно увидеть 450 воссозданных сценок Рождества. Каждый делает вертепную композицию перед своим домом, за окном, на балконе, в подвале. Сцены Рождества повсюду. Вертепы начали делать, чтобы привлечь туристов в тихий городок. И теперь в праздничный сезон здесь царит оживление. Мы хотели сделать нашу коммуну известной, поэтому нужно было придумать то, что заинтересует людей. Но мы совсем не ожидали такой популярности. Местные жители создают вертепы разных размеров, некоторые с человеческий рост, а некоторые уместятся в грецком орехе. Места для своих творений тоже выбирают разные – сад, небольшой пруд или ступеньки перед домом. Чтобы создать такой рождественский вертеп, нужен примерно день. Для этого надо сходить в горы за мхом. Эта сцена Рождества прекрасна, и мох, разложенный на ступеньках, делает все еще более настоящим. Туристы могут заказать экскурсию по Люсераму. Их будут проводить до 8 января.